Привет, друзья! Давно не виделись, надеюсь, вы все круто отдохнули на майских. А это новый выпуск «Успей урвать», а это значит, что в ближайшие несколько минут вы узнаете все о самых топовых акциях и предложениях любимого Warface. Поехали! Чумной доктор, персонаж комиксов Майор Гром уже в Warface по случаю выхода второго фильма о супергерое. На специальной промо-странице доступны задания. Выполняйте их, если хотите получить пламенные подарки сроком на 3 дня. А за 50 устранений можно будет даже примерить на себя внешность харизматичного злодея. А в наших социальных сетях можно найти конкурсы от него самого. Ищите задания Чумного доктора в группе Warface ВКонтакте, в телеграм-канале проекта, а также в Discord. Думаете, сможете одолеть его? Ха, попробуйте! Кроме того, в мае, помимо еженедельных наборов, вы можете приобретать наборы с обновленным содержимым ежедневно. В таких наборах по 150 кредитов, 10 знаков возвращения, коробка удачи «Вечная сага» и супер VIP-ускоритель на один день. Если в течение месяца вы приобретете набор 4, 8 и 12 раз, то получите дополнительные награды классовой внешности агентов на 7 дней. Ну а если откроете 15 таких экземпляров, то сможете открыть особый кейс, в котором будет лежать оружие навсегда. Выбирайте из предложенных и забирайте на здоровье. Успейте урвать. В нашем Дискорде прямо сейчас проходит конкурс «Сколько патронов в ящике?». Все ровно так, как и звучит. Есть картинка с ящиком, в нем сколько-то патронов. Попробуйте угадать точное число, и если получится, крутой приз ваш. Ну а если в удачу свою не верите, то в мае можно пополнить счет с бонусом в 30% к сумме платежа и без всяких там рисков обновиться. Да, бонус разовый, но согласитесь, вполне себе приятный. Ну и как всегда, по традиции, в конце халява от меня. Сканируйте вот этот QR-кодик, получайте монтировку, всего 50 активаций. Кто успел, тот и съел. Пока!